Всем добрый день. Хочу показать, как управлять, получается, трекером Синотрек, именно блокировкой управлять сервера, да. Смотрите, у меня есть такой стендик, вот у меня подключен трекер, да, вот подключено пятиконтактное реле. Один контакт, это зелененький, это значит, что блокировки нету, красненький, значит, что блокировка есть. И как же оно управляется? Вот есть мобильная версия, точнее, это веб-версия, да, трекера. Она довольно просто, тут есть информация, CMD. Это команда. Переходим, потом открываем контроль топлива. Тут есть отрезать. Потом он спрашивает пароль. Вводим ему пароль, нажимаем ОК. Вот он начинает, хоп. На красную уже переключил, что блокировка есть. Он еще ждет подтверждения назад ответа, что команда отправлена. Вот она, видите? Блокировочка включилась. Делаем так же. Еще раз. Контроль топлива. Вот типа восстанавливаем назад. Он спрашивает наш пароль. Вводим ему пароль. Вот он пишет, что команда идет, ждет, пока пишет ответа. Вот он уже зеленый включился. Еще пока не пришел ответ, что выполнен, но команда уже выполнена. Все сделано, вот так вот работает, отправляется команда сервера.